Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем привет, дорогие друзья, если вы помните, в прошлый раз мы прошли рысь, поиграли в дуэльку. Да. И сегодня невозможно уже в рысе. Невозможно в рысе, а мы хотим или что-нибудь проапгрейдить, или купить. Так, у нас есть победить отшельника нужно. Ты смотри, метательное оружие, слушай, метательное оружие прикольная вещь. Шапки пока у нас закрыты. Ну, мы можем проапгрейдить нашу шапку. Смотри, за 95. А, давай посмотрим, что у нас здесь может проапгрейдить. О, улучшение есть. Да, давай саи проапгрейдим. А дубинки у нас пока закрыты. И что нужно сделать, чтобы их открыть, непонятно. Ну, наверное, еще что-то пройти. Давай пока проапгрейдим сайки. Подожди, ну, давай, нет, сайки, нет, нет, не будем апгрейдить сайки. У нас кожаную куртку купим, конечно же. Ребята, вы что? Согласен. У нас защита и еще и атака повышается. Согласен. Все, берем кожаную кожак, берем, но у нас еще хватит денег, чтобы проапгрейдить. Сейчас проапгрейдим саи. Слушай, у нас есть метательное оружие. Ну, неплохо, мы уже немножко поднимаем. Что у нас мало, чего у нас? Шапки у нас мало, да? Да, голова у нас вообще незащищенная какая-то. Голова незащищенная. И атаки маловато у нас, да? Да. Это атака же у нас? Атака, да. Без оружия. А, атака без оружия. Зачем она нам нужна? Не знаю. У нас же есть оружие. Да, атака оружия 35. А, подожди, атака плюс... без оружия — это когда он локтем отталкивает. Ну, например, может, да? Быть, да. Или с ноги, например. А, ну да, или с ноги, кстати говоря. Так, ну что, мы апгрейдим саи или шапку? Я бы саи проапгрейдил. Поехали, апгрейдим саи. Ну как раз, давай, ладно, ну, да. Пусть мы пока посражаемся. И хорошо. А пока, ребятки, поиграем с вами в выживание. Заработаем голдишко еще. А в турнире мы уже не можем играть еще? А, можем в турнире. Давай в турнире поиграем, дальше поехали. Будем проходить. Итак, бархат. Бархат у нас, ребята, сейчас зарубимся. Тоже саи у нас у противника. Отлично. А! Ох, First вот strike. Это да, вот это. Ой, какой, слушай, очень быстрый противник. Да, быстрый, бодренький. Вот так, да, бодренький. Так, а мы тоже с красной? А, не так. О, вот это он как комбишечку такую, да, прям задел. Слушай, видишь, не достали мы немножко. Раз. Раз достали, хорошо. Да? Хорошо. Слушай, это прикольная тема, кстати говоря. Внизу прокатываешься, и потом разворот, и вот... Я на подсечку делал. Смотри, но зато мы увернулись от ножного удара. Ножного удара? Камень-ножница. О, вот это красивый удар был тоже. Надо бы узнать, как он делается. Подожди. Хватит так нападать-то сильно. Активно прям нападает противник. Да, противник сами не такой, что и легкий оказался. Вот, ногой мы ударяем, да? Да. Опа, хорошо, оп-оп. Комбо. И еще один удар. Ой. Нет, это он красиво увернулся, но при этом, когда перепрыгнул через нас, сразу же получил. Опа, с ноги ты видел, как подых. Мы его добили? Мне кажется, очень это хорошо. Она, бархат, бедная ну, девочка. Противника, я имею в виду, противник, он же может быть она и он. Опа! Ой-ой-ой-ой, какой... Это было зря, начало не очень. Одинаковый удар. Ох, с локтя. Ох, а вот это вот мы перехватили инициативу. Да, немножко перехватили, ну а что? Слушай, зажали в угол. Перепрыгнули. Еще. Низкий удар. Хорошо, крит! Оп, подпрыгнули. Типа, смотри, как мы его. Да не, хотел подпрыгнуть через нее наверх, а не получилось. Ну, получилось просто подпрыгнуть и подтянуть штаны. Слушай, на самом деле правильно говорят наши подписчики. Удар руками, конечно, решает. Удар руками решает? Ну, потому что у нас оружие. Нога же у нас и без он оружия, мощнее, правильно? Да, получается? Ай, хотел ногой ее перебить, но не получилось. Но, слушай, ногой, мне кажется, надо подкат и, может быть, использовать. Опа, вместе! Смотри, синхронный кувырок был. Ай, есть бросок, критический бросок. И причем мощный такой, да, бросок? А чуть-чуть, есть. Один раз прям подловил в воздухе с ноги. Две победы, ребята. Лоу-киком. Да, становится на самом деле тяжело, правда, потому что, ух ты, предмет улучшен. Ну, как раз пока мы сражались, наш предмет чуть-чуть стал лучше. За 200 еще можем улучшить. Да, соблазн есть, но мне кажется... А слушай, а когда открываются-то дубинки стальные? Да, жалко, они не пишут, что нужно сделать, чтобы... Потому что нам бы не дубинки, нам бы вот следующее оружие. Вот посмотри, вот следующее вниз. Меч ниндзя? Да, потому что у него, видишь, яблочко. А, мачете. Есть. Мачете. А, очень... или яблочко, это что такое? Это у кого? Слушай, это, наверное, за деньги, нет? Нет, яблочки, по ходу дела, у мачете. Это который... Меткость. А, да, видишь. Шанс нанести критический удар с повышенным уроном. Этот шанс зависит от силы свойства. Ничего себе. То есть еще, видишь, у каждого оружия есть вот такие вот какие-то
плюшки, ну не у каждого, конечно, а у некоторых. Так, а кожаную куртку мы можем увеличить, улучшить? Почему-то с последних только начинать. Да, можем улучшить за 160, кстати говоря. Ну давай, кстати, неплохо, плюс 6, плюс 6. А что нужно сделать, чтобы следующую открыть? А, 4 звезды у нас должно быть опыт. А, понятно, то есть опыт 4 звезды, ну, давай сражаться тогда. Да, давай лучше сражаться, чем мы деньги так зря. Да, а то мы их засаживаем. Засаживаем, а там следующий. Ребят, уровень. Пишите в комментариях, какое ваше любимое оружие, каким вы любите сражаться и до какого момента вы дошли уже. Да, ребятки, мы пока что в самом начале и продолжаем, выживание у нас впереди. Ух, попробуем сейчас надам, ух, ничего себе, с мечом уже, смотри. Сейчас ниндзя! Атакуют нас, а мы их саями. Оп, подсечку не смогли сделать, уворачивается. А мы в выживании, да, сейчас? Так, мы ему надамажили или он нам? Конечно, надамажили? Мы ему надамажили. Ну, а. У него, видишь, один меч вот этот вот здоровенный. Раз кулачками, раз бьет, руками. Ой, очень хорошо бьет. Бьет он достаточно. А мы защиту боль. Только что поставили? А защита автоматически ставится, если ты ничего не нажимаешь, но Хэ. Это редко бывает, чтобы мы что-то не нажимали. Ты видел, как мы ему в голову ударили? Главная боль. Походу дело мы ему рассекли. Вот этот вот удар снизу вверх в голову очень мощно прошел. А как его делать, интересно? Опа, хорош и... Слушай, вот, это, вот он двоичный такой получается. Да, если получается одно... Слушай, как-то прям ты... Вот он, хэд-хит. Perfect. Ну, конечно, представляешь, Саи в глаз попасть. Но мне кажется, она должна выйти где-то из затылка в области. И там все в смятку превратится. Ой-ой-ой-ой. О, это с дубинками, да, парниша? Да, с дубинками, это парниша. Это полицейский, поход делал. Слушай, очень мощно он подошел. Ай-яй-яй-яй, не получилось пригнуться. Вот это да, хэд-хит опять был. Слушай, ну у нас на самом деле наши Саи прям... Мощные. Удар очень хорош наносит, но вернее урон. Ай, критический урон нам дал. Ну ничего страшного, он защитник. Подсечку какую-то красивую сделал. На тебе с ноги. И еще. Отлично, критический удар. Супер. В воздухе. Супер, ребята, вот это мы прям на изи, как говорится, да, как любят наши говорить подписчики. Четвертый раунд и... О, хорош! Есть, подсечка в воздухе, воздухе была. Ай, кританул. Ну ничего страшного. Есть, ах. Выбили из колеи. Ай, почему он вроде достал, но походу уворачивался противник в этот момент. Есть. Да. Хороший удар, комбо. Слушай, не получилось. Слушай, он с кастетами, поэтому его нужно прямо издалека. Слушай, не он давать поэтому... ему приближаться. Оп-оп, смотри, оп-оп. Потанцуем, дорогуша. Раз, обманули немножко, но получили тоже свое. А, сейчас бы вот это вот в голову, да, вот было бы. Слушай, когда они вместе стоят, очень тяжело разобраться, кто где и что почему. И в какую сторону, да, нужно. В какую сторону бить. Ой, хорош, с ноги. Слушай, на самом деле удары с ноги тоже, ну, по крайней мере, у нас мощные. Ох! Нет, увернулся, промазал да? как-то. А вот как так происходит? Вроде опять кажется... Же, да, опять же, вроде попадает, а вроде... Ну, видимо, был мощный удар, в замедленном режиме его показывают, но, типа... Хорошо. Так, я понимаю, это пятый раунд, и, возможно, это последний раунд. Ой, как красиво сейчас сделали. Кувырок под ногами, разворот и удар. Да, вот это было хорошо, ребята. Всеми силами, правдами и неправдами пытаемся заколоть. Слушай, ну, прям наш любимый удар, это такой, это в пузо с... Ох, жалко, не прошел. В пузо Сай называется. Да, в пузо, самое главное, в голову очень нравится. Очень хороший дамаг. Опа, раз, еще подгадали. Раз, два, и... Ах, не дотянулся. Вот, когда он делает третью комбо, это прям эпично. Это не последний раунд, кстати говоря. А, жизни-то шестой. У нас, пока жизни есть, мы будем драться. Нет, там, по-моему, есть какое-то ограничение. Ну, 10, наверное. Не помню. Так. Интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Здесь уже, это, конечно... Он что, руками, что ли, дерется? Да, слушай, он реально на кулаках. Ты смотри, как он нас кулаками разнес. Просто наши Саи ни во что не ставят, да? Да. Ты чё, дружище, ниндзя? Действительно, это какой-то безумная черепашка. А может это последний, кстати говоря, ловак был? Хотя нет, мы всего 270 получили, а там 640 можно. То есть мы даже половину не прошли. Ребята, пишите в комментариях, сколько еще боёв... Сколько есть боёв выживания бывает и сколько вы проходили... Ну, это круто. Да, ребята, игра крутая. Нормально у нас в турнире, в рысе пока невозможно. В дуэли у нас закрыт, к сожалению, потому что мы недавно играли. Так, а вот это что у нас такое? Ух, это же навыки, помнишь? Но их... А кобру мы пока что... Ты смотри, награду-то мы не получали. Да, давай получим, да. Получить, получить.
Получить. Вот это, ребята, мы собрали. Слушайте, мы наполучали этих коинов, это очень хорошо. Да, ну видишь, можно тут дальше все выполнять. Бросок кобры, очень много достижений, ребятки. Будем все выполнять, открывать способности, играть в эту игру. Вам она нравится, нам тоже. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на наш канал, на наш второй канал Detol First Play. И до скорых встреч в новых видео, ребята. Всем спасибо, ребята. Пока. Пока.